Ежегодно фестиваль собирает в Адлерском парке десятки участников – вокалистов, танцоров, бардов. Это не обязательно профессиональные коллективы и солисты. Здесь представить свое творчество могут все желающие. В первый день участники показали свои достижения в брейк-дансе и хип-хопе. Во второй были представлены оригинальные и инструментальные жанры, эстрадный вокал и современная хореография. Мы привезли 8 танцевальных постановок разных возрастных категорий, от 3 лет до 16 лет. Все нравится, ждем результатов. Вот, девочки очень сильно переживают, но я думаю, что мы справимся. Мы как бы вокалисты, люди творческие, мы должны развиваться в дальнейшем. И судьи нам дают бесценные какие-то замечания, говорят. Ну, даже не замечания, мы благодаря их пометкам каким-то делаем для себя выводы и, естественно, растем. В итоге специальный приз жюри «Хрустальный катран» уплыл в Абхазию. Его получил бибой Аваст. Гран-при получили 3 конкурсанта – танцоры-братья Арбузовы, певица Ксения Каратынская и адлерское трио спортивной гимнастики.